Из 605 населенных пунктов в области 441 ощущается дефицит пастбищных угодий. Вопрос о земле вызвал ажиотаж среди местного населения. В прошлом году в собственность государства были возвращены более 300 тысяч гектаров земли. В целях недопущения социальной напряженности были проведены переговоры местными исполнительными органами и заключены меморандумы с аграриями о совместном использовании пастбищных земель на площади 333 тысячи гектаров. Это мера временная, чтобы мы все это прекрасно понимали. Она заключается на 1-2 года для того, чтобы решить этот вопрос точечно. В целях расширения границ населенных пунктов в прошлом году в 9 районах проведена работа на площади 78,6 тысяч гектаров. То есть данные земельные участки вошли сейчас в границы населенных пунктов, что позволит увеличить количество пастбищных угодий для выпаса населения скота. На общественном совете поднят вопрос о государственных субсидиях на сельское хозяйство. Объем задолженности в данном направлении составил 36 миллиардов тенге. Для его погашения необходимы дополнительные средства из республиканского бюджета. В прошлом году было выделено 54,9 миллиардов тенге. В этом году на субсидирование сельского хозяйства планируется выделить 45,6 миллиарда тенге. Но опять же, нужна поддержка. Хозяйственным комплексам нужны средства на развитие, и они их ждут. В регионе основное внимание уделяется развитию животноводства. В текущем году на эти цели предусмотрено 5 миллиардов тенге. Кроме того, на субсидирование инвестиционных вложений и переработки продукции привлечено 17,7 миллиарда тенге. Рахат Салеев, Салтанат Аукиева, Алишер Шакубаев, Кокчекпарат.